Ты что-то хотел? Тебе чего надо-то? Враги не спят. Собираемся! Хорошо приложил, гада! Ну-ка, где его? Выдержи! Так, сидим, ждем. Похоже, всех завалили. Мы их сделали. Я тебя слушаю. Тебе нужно что, сталкер? Не высовываться! В атаку! Вали! Ну что, получилось? Мужики, у нас убитый! Видали, как я его одного? Будешь знать! Дай ему прикурить, я обойду! Сидим, ждем! Все, отбой! Ну, еле удержали. Thank you.
смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Чего тебя? Ёлки-моталки, где тебя носит? Хочешь поторговать? Доброй тебе дороги!
Я так понимаю. Раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате. Вооружены и очень, как говорится, очень опасны. Музыкальная пауза. А вот такое вам как? Если есть что починить, да что у тебя там? Ну, как видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец улетает. А запчастей хрен да ни хрена сверху. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвергнется. Вот мне недавно нужно было приемник смастерить. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну не цирк, а. У нас, да, не разгонишься. А вот зато на свалке, знаешь, говорят, раскопали старые советские скроты. После аварии на ЧАЭС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику там, ну, добро всякое. Думали, что радиоактивное, непригодное для использования. Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. Кто ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самая что ни на есть золотая лихорадка. Сталкеры диггерствовать со всей зоны потянулись. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что лебеди в кого-то из ребят специально за деталями отправили. Да как обычно. Чиню оружие и костюмы, улучшаю, в общем, по потребностям. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов ребятам понаделал. Оружие, броню, приборы. Все на уровень бы поднял. Словом, если наткнешься на что-то нужное, сразу тащи сюда. Все сделаю в лучшем виде. Так считаю. Жаловаться на судьбу — это никуда не годится. Дело свое делать надо. И стараться, чтобы лучше всех стать. Вот и все. Будет еще какая... Что у тебя там? Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол говорит только по делу. Начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что?
что у тебя там? Ну, ни пуха, ни пера. Что у тебя там? Будет еще какая проблема? Подходи. Хорошим людям я всегда помогу. Что у тебя? Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол говорит. Теперь куда он? Сталкали его и спрашивал. Зомби, это... Спасибо, что мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби его... Не знаю. Может, кому-то такой вид заработка подходит. А как по мне, так в самом классе. Ты понимаешь, не просто копаешься. Здесь не двигаешь. Что это вы еще раз поставили, спрашивают? Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окололи, я опять спрашиваю. Артефакты, бабло есть? Я тебя слушаю. Тебе нужно что-то? Пацаны, это мы!
Здорово, тебе чего? Пацаны!
возвращением, друг. Хочешь поторговать? Попутного... Хочешь поторговать? Попутного ветра! Синий изолентой. Все разобраться пытается. Я тебя слушаю. Тебя. Неужели бы пронесло? Ах ты, скотина! Рванули!
Тебе чего надо-то? Носи бычье! Пацаны! Спасибо, что помог! Обязательно загляни к нам на базу! Тебя благодарят! Над трупами, ведущими на болото. Учиться.
Чего тебе? Эй, ты, заснул, что ли? Мужик, не тормози! Ты что-то хотел? Чего тебе? Спокойно, ученые, повезли. Это все фигня. Вот какой закон подлости? Вот они их загнали, а нас...